Областной этап, где от каждой команды со всех вузов региона взяли лучшие номера, остался позади. Третье призовое место занял политех, вторым стал УлГУ. Золото взяли будущие педагоги, удивив жюри сценарием. Поэтому студенты УлГУ-ПУ – основная часть сборной, отправившейся на всероссийский этап. Программу усовершенствовали под чутким контролем столичного сценариста. Зарядились на победу. 18 мая отправились на церемонию открытия в Самару. Программу оцениваю на максимальный балл, потому что приехал человек, очень важный, очень крутой постановщик. Скрупулезно изучил нашу программу и сделал из нее просто что-то невозможное. То есть из уровня среднего сделал уровень высокий. Главная тема – любовь, которая, как известно, всегда побеждает. Соперники – таланты из 85 регионов страны, померятся творческими силами в 30-й раз. Юбилейную студвесну по масштабности самарцы сравнивают с чемпионатом мира по футболу 2018 года. Ведь только одних участников фестиваля насчитывается порядка 5000. В этот раз студенческий конкурс выйдет из залов на улице, чтобы все могли почувствовать себя причастными к празднику. Не случайно девиз 2022-го «Студвесна – самое сердце». Это будет особенный фестиваль. Там соберутся не только участники студенческой весны, там соберутся в этом году и участники предыдущих фестивалей, организаторы фестиваля. И которые сейчас организуют, и раньше организовывали, в этом году. Это также маленькая жизнь, часть жизни ребят, которая остается в их памяти. Они полностью готовы, мы верим в нашу команду и уверены, что они займут достойные места. Буквально месяц назад соперники, сейчас одна команда, студенты ведущих вузов региона в составе 55 человек едет в Самару побеждать. Маргарита Манчушинская, Юрий Давыдов, репортер 73.